Карта Спрингфилда. Тихо! Шеф, там в районе склада снайпер. Погнали. Снайпер? Ну, ты же знаешь, как я люблю гнать, но моя жена заказала новое покрывало для нашей спальни, и его доставят в участок. Если меня тут не будет, чтобы принять заказ, его вернут отправителю, а это настоящий кошмар. Люблю вас, парни. Лазанья на всю семью. У меня заказ на имя Кленси Виггинса. Виггинс? Нет, Виггам. Виггинс. Да это даже не настоящее имя. Что за Виггинс? Нет, правда, скажите, что это за имя? То есть вы не Кленси Виггинс, который заказал этот реактивный летательный аппарат Skymaster X5000? Летательный аппарат? Конечно, я Кленси Виггинс, идиот. Шеф Кленси. Аппарат. Что ж, парни, у правосудия есть новое имя. Верх. Шеф, тут сказано, что вы должны пройти 40-часовой курс обучения и получить сертификат, прежде чем сможете легально... Я теперь не полиция, я воздушная полиция. Ладно, ладно, по-моему, я разобрался. Нет, я разобрался, разобрался. Воздушная полиция. Шеф Кленси Виггам, воздушная полиция. Парящий коп будущего, воздушная полиция. Лети, полиция. Обрушивайся на головы преступников. Они не поймут, почему умерли. Воздушная полиция. В моем аппарате я лечу высоко над законом. Я как Супермен с большими пропеллерами. Я всех вас убью. Скринсипед – единственный день в году, когда вы ездите на велосипеде. Я не катался на велике с тех пор, как Лэнс Армстронг был хорошим парнем. Лизл, у тебя самый девчачий велик в мире. Ошибочка вышла. Дурында, только на великах. Мне нужно платить счет за воду. Только не на автотранспорте. Так что лучше убирайся с нашей дороги. Вот так, велики снова побеждают. Поезда снова побеждают. Народ, когда вы перестанете цепляться за руль? Вот это велотусовка. Молчи уже, велофландерс. Шеф, нет, не входите в магазин пончиков, у вас штаны слишком тесные. Да я съем только один, малюсенький. Скажите мне, о да. О, я. О, да! О, да!